В Николо-Березовке вновь собрались уникальные люди разных возрастов и национальностей, рожденные радовать окружающих своими голосами. Открыла мероприятие начальник отдела культуры Эльвира Махатаева, отметив, что данный вечер – это праздник талантов, пополняющийся с каждым годом новыми участниками. Показали свое мастерство, показали самые свои прекрасные исполнения. Но самое главное, чтобы они получили удовольствие на этой сцене и доставили радость нашим зрителям. Всем желаю успеха и удачи. Талантливые артисты показали в этот вечер зрителям свои музыкальные способности, а благодарные зрители, в свою очередь, дарили выступающим не только долгие аплодисменты, но и живые цветы и добрые улыбки. И хотя в каждом номере присутствовала своя изюминка, каждый участник был неповторим своим голосом и манерой поведения на сцене. Но конкурс есть конкурс. Состав жюри, в котором были задействованы профессионалы музыкального искусства, честно отобрали лучших конкурсантов. В итоге в возрасте от 30 лет обладателем гран-при стал артист Новокабановского сельского дома культуры Алмаз Камалиев. Расим Сайфудияров из Куянова стал лауреатом первой степени. Авзал Низамов из Новокабанова – лауреат второй степени. Валентина Калиева из Елистанбетова – лауреат третьей степени. В возрасте до 30 лет Айгуль Басырова, вокалистка из Новонагаева, стала первой. Фанис Галимов из Старомуштинского сельского дома культуры занял второе место. Рузан Зиганшин из села Никольск стал третьим. Эльгина Мулакаева, участница Новобуртиковской самодеятельности, награждена за лучшее исполнение народной песни. А Анастасия Умарбаева из Куянова в номинации «Приз зрительских симпатий». Остальные участники награждены дипломами за участие. Районный фестиваль народной эстрадной песни «Камские напевы», стартовавший на Краснокамской земле еще в далеком 1993 году, сегодня проводился 12 раз. В трех зонах Краснокамского района были проведены отборочные туры исполнителей народной эстрадной песни в двух возрастных группах от 17 до 35 и свыше 35 лет. Участвовало в отборочных турах более 30 участников, из них было на финальный тур отобрано 21 участник, и сегодня они исполняли свои произведения, свой талант на сцене районного дворца культуры. Участники, представители разных национальностей Краснокамской земли, от души пели свои и народные песни, и эстрадные песни. Жюри пришел к выводу и наградил самых достойных памятными призами и денежными сертификатами, соответствующих размерах в разных номинациях и лауреатах. Чтоб вокальное искусство в районе не угасало, солисты в следующем конкурсе участвовали еще больше, и особенно молодежь возрастной группы до 35 лет с исполнением народной песни. Это единственное желание организационного комитета данного конкурса.